Областная прокуратура пожаловалась в Высший совет правосудия на действия судьи Приморского районного суда Виктора Попревича. Он отпустил директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна под залог. Прокуратура считает, что такое решение противоречит нормам процессуального права. Зачитывание мотивировочной части решения о залоге без участников процесса – прямое нарушение закона. В суде может грозить административная ответственность.